Приветствую, дорогие друзья. Только что хор нам пропел «Мир Твой ниспошли нам, Господь». Мир Божий, который превыше всякого ума, которым все держится, которым все стоит, как есть. Вот этот мир очень часто покидает наше сердце, наше сознание. И мы переживаем, мы волнуемся. Мы теряемся в этом мире. Мы не знаем, как поступить, что сказать. Мы не знаем, кому обратиться. И верующие люди имеют древний добрый обычай обращаться к Богу. Обращаться за помощью, обращаться с благодарностью. Я думаю, что большая часть верующих людей, как правило, обращается за помощью, правда? Вот мы обращаем внимание на то, чего нет. Нет здоровья, нет условий, нет покоя. И мы просим у Бога. И Бог дает. Но вот есть люди, которые обращают внимание на то, что есть. Доброе. Какой-то покой, какая-то пища, какая-то одежда, какое-то здоровье. И хотят прославить Бога. Хотят за это немногое возблагодарить Творца. Что-то сделать в знак благодарности. Я думаю, что многие из присутствующих сегодня здесь пришли на это место именно для этого. Чтобы поблагодарить Бога. Конечно же, есть и те, кто пришел попросить. Я хотел бы напомнить, что сегодня воскресный день. Сегодня мы говорим, думаем, поем о нашем Господе Иисусе Христе. Как, собственно, и всегда. Это наш путь, это наш выбор, и в этом наше счастье. Потому что в первом псалме, в книге «Псалтирь» мы находим удивительные слова. «Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей, не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, но в законе Господа воля его, и о законе его помышляет он день и ночь». Сегодня утро, воскресное утро. И я хочу напомнить о том, что сегодня мы должны что-то важное услышать для своих бессмертных душ. Первая глава. Соборное послание святого апостола Иакова. С 19 стиха читаем. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Есть слова, которые мы держим в себе. Это внутренняя наша информация. Да, мы о чем-то думаем, о чем-то переживаем. И есть слова, которые звучат вовне. Вот сейчас, допустим, я говорю, и то, что я говорю, звучит с помощью микрофона, усилителей. Это слышно. Те, у кого проблемы со слухом, имеют сурдоперевод, слова тоже доходят. Это важно. Бог позаботился о том, чтобы Его информация дошла до нас. Но принять эту информацию или не принять, зависит от нас, от каждого. Прислушаться, задуматься может каждый, а может и не прислушаться. Вот сейчас кто-нибудь сидит в зале и думает о своем, вы имеете полное право. Более того, никто здесь никого не держит. Если мы пришли сюда, мы пришли для одной цели – услышать
слово от Господа. Я пришел для этого, вы пришли. Что Господь хочет сказать мне? Но для того, чтобы услышать это слово, я должен отложить остаток злобы, всякую нечистоту, все то, что отвлекает меня от Бога. Я должен сосредоточиться на вечном, на главном. И тогда Господь озарит мою душу светом Слова Своего. Тогда я смогу что-то запомнить, что сегодня, в воскресенье утром, Господь хотел сказать мне. И с этим словом я могу жить сегодня целый день. Дух Святой напомнит мне его вечером, завтра. И только для одной цели, чтобы я что-то сделал доброе, чтобы я прославил Бога. И дальше, кто знает эту первую главу, кто читал это послание, помнит, что человек, слушающий слово, не исполняющий его, ну, подобен человеку, рассматривающему себя в зеркале. Посмотрел, какой он, отошел и забыл. Вот мы не держим свое изображение постоянно перед собой. Это нужно зеркало держать. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, кто будет исполнителем этого слова, вот тот будет счастлив. И предупреждает Иаков, кто думает, что он благочестив, то есть вот человек обманывает себя, он думает, что он благочестив, у того пустое благочестие. Нужно думать о Боге, о Его святости, о Его любви, о том, что я могу сделать для Его славы. И дальше сказано, какое есть истинное, чистое благочестие перед Богом. В том числе там сказано, хранить себя неоскверненными от мира. Мы сюда пришли для того, чтобы забыть мирское, буквально на несколько часов. Забыть о временном, вспомнить о себе вечных. Мы вечные. И мы должны об этом думать. Наша вечная душа ищет спасения. Мы можем сегодня услышать что-то очень важное, бесценное. И я думаю, братья приготовили слово и пение, и стихи. Все это будет для того, чтобы оживить, пробудить наши души и запечатлеть Духом Святым Божье Слово. Пусть Господь благословит нас. И пусть поможет нам отложить всякую нечистоту и остаток злобы. И в кротости принять это насаждаемое Божье Слово для спасения наших бессмертных душ. Пусть в этом прославится Господь. Аминь.